Для детей, чьим воспитанием занимаются опекуны, сделали хоть и не очень масштабное, но довольно значимое мероприятие. В торжественной обстановке ребятам вручили разнообразные подарки, связанные с их первым походом в школу. Более того, со сцены для ребят звучали песни и поздравления от взрослых. Городская администрация и прибыль будет стараться вкладывать в вашу такую действительно патриотическую воспитательную работу для наших деток больше финансовых средств. Через программу Ольги Михайловны, через программу городского совета народных депутатов, через работу со спонсорами. В этом зале есть люди, которые действительно откликаются на все наши предложения, поддерживают нас и в том числе вас. Я думаю, только совместными усилиями мы воспитаем этих детей. Счастливые будущие первоклассники еле справлялись с тем количеством сувениров, которые им вручали спонсоры и городская администрация. Среди подарков денежные сертификаты, билеты в кино и на аттракционы, мобильные телефоны от Билайна, рюкзаки с полным комплектом учебных принадлежностей и многое-многое другое. Можно сказать с полной уверенностью, что 1 сентября для этих ребят пройдет в более чем радостной обстановке. Игорь Мерчук, Владимир Сидоров. События. Брянск.